Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов Ягиня, конец 9-го, начало 10 века. Камень, высота 133. В конце 9 века на территории Тамила, это юг Индии, самым сильным стало государство Чола. В регионе начался мощный расцвет искусств. Возведение храмовой архитектуры достигло небывалых размахов, дороговизны затрат и пышности отделки. Ритуалы также сделались почти фантастическими в своих роскошествах. На скульптуры во время жертвоприношений выливались целые ведра молока и апельсинового сока, о них разбивали сотни кокосовых орехов. Сами изваяния становятся очень чувственными. Круглящие линии груди, бедер и живота, эротичные позы. В этом проявляется основное отношение индусов к сущности божества, идея созидания, выраженная через сексуальные практики. Данная скульптура представляет женщину-йога, ягиню. Пышность ее форм отличается от сегодняшнего образа йогов, высохшей постоянной аскезы старцев. Ну, вот такое описание я нашел в интернете к работе ягиня. Конец 9-го, начало 10 века. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.